Наконец-то встречаются последняя пара отцов весовой категории 94 килограмма. Шамиль Ахмедов, он в красном трико, его соперник Иван Янковский, Белоруссия. Шамиль Ахмедов борьбой занимается 10 лет. На ковре А победил Хусейн Шатпанов. Приглашается Рустам Муртазалиев, Амиран Казарашвили, Грузия. Шамиль Ахмедов борьбой занимается 10 лет под руководством Магомеда Гусейнова и Майербека Гусейнова. Он участник Кубка мира, бронзовый призер чемпионата России. Его соперник Иван Янковский, Белоруссия. Борьбой занимается 10 лет под руководством Ермака. Бронзовый призер чемпионата Европы 2012 года. Thank you.
В интересном насыщенном поединке на ковре победу одержал Шамиль Ахмедов.